Ну что ж, начало второго матча нашего игрового дня группы D Apex против Offset. У микрофонов все так же Георгий Громозека Жучков, Глеб Ханя Григорьев. Ну и тут у нас громкие имена уже встречаются в данном сетапчике. Что ж, первая карта даст 2 и начинается она уже с минуса для коллектива Offset, но релакса на размене. Да, выход на позицию базы А. Здесь сопротивление никто вообще не встретит со стороны офсет. Получается выйти, получается установить бомбу. Ну и будет ретейк 4 в 4. Снапи здесь на шарту. В принципе, готов будет принимать также у нас эм, атаку защиты как раз-таки через этот шорт. Деннис в попытке все-таки выйти под размен. Но не получается это сделать. Снапи 2-3 минуса и четвертого также и забирает. Очень бодрая и уверенная защита шарта. Ну и первый раунд за командой офсет. Ну не Глок, а скорострелка какая-то в руках СНАПи. Как классно он вышел под флешку от тиммейта на этот шорт. Закрыл всех вообще. Не пошел этот выход абсолютно у Апекс. Ну и вот хотелось бы пройтись по коллективам. А, тут есть интересные моменты. Денис, если вы думаете, что это какой-то другой Денис. Нет, это тот самый Денис. Тот, который с командой Fnatic забирал кучу трофеев. Входил в топ-20 ХЛТВ рейтинга. А, в общем... Имя довольно знаменитое, известное, Деннис Эдман, я надеюсь, покажет нам класс, покажет, как он умеет играть, ну и вообще на каком сейчас уровне он находится. Да, будем надеяться, то, что задаст молодым жару. Ну и покажет э, действительно мастерство своего Counter-Strike. Ну что ж, второй раунд у нас тем временем идет. Попытка выхода на позицию базы А через парапет у нас начинает потихоньку двигаться снаппи, но тут же начинает разворачиваться назад. И пока что, мне кажется, сами Уфсет не уверены, что они смогут укрепиться на позиции базы А. Хотя минута на таймере остается. Но вот она, вторая раскидка у нас пошла. Крис с рампы вместе с тиммейтом попытка принять этот выход через парик, но здесь видим то, что что слишком много флешек, слишком много дымов. И пока что реализовать свои диглы не получается. Крис, первый выпад есть. Снапи остается 48% здоровья, но его в итоге забирает Шелзи. Можно устанавливать бомбу. Ситуация 4 в 5. Да, но тут довольно серьезно просели по хп игроки офсет. Что ж, я думаю, в... попробовать хотя бы выбить можно. Постараться релакса Начинает открываться через лонг. Находит первую голову. Вот ситуация 4 в 4. Нужно выдвигаться срочно на убивание Рис также погибает. Это был последний фуловый игрок в стане команды офсет. Снаппи хороший. Казалось бы, выход должен быть. Все сбривать надо. Но нет. Релакса. Фредди, Фрока, Груз и Деннис делают все по минусу. И это 1-1 на... Нет, 1-1 не будет. Диффузов нет. бомбы не будет обезврежена. Зато... Кучу девайсов подобрали, кучу девайсов уносится в следующий раунд. И что касается, ты сказал, покажет молодым Денис. Но вот а, в команде Offset есть Fox, а, которому 34 года, тоже небезызвестный. А игрок, он играл и за Фейс Клан, и за G2, и за Кингин, за SK даже успел поиграть. В общем, сильные у нас сегодня ребята. Да что ж, ну поехали дальше смотреть. Третий раунд у нас на экранах. Есть полноценный закуп, что с одной, что с другой стороны. Ну и посмотрим, как этим закупом распорядится как раз-таки сейчас команда Offset. От них очень сильно многое будет зависеть. От их действий все-таки, ну, благодаря атаке очень сильно будет как раз-таки смотреться Dust 2. Ну вот посмотрим. Два игрока есть на шарту. Есть, в принципе, укрепление мидла со стороны террористов. Ну и особо не торопится открываться. Банальные первые раскидки смоков пошли а здесь релакса в самом начале получает по себе прострел, 47% здоровья, но и здесь нужно как-то ретироваться уже с медла. Да, этим и занимается релакса, будет отыгрывать под точкой А, но тем временем его брат Фредди Фрок, это братья-близнецы Фредди Фрок и Релакса, отыгрывают за одну команду. Остается на точке Б один лишь Денис и может ему тяжело прийти, но нет, атака все же под точку А, похоже, собирается выходить, но не торопится, не торопится. Откинули смог там, откинули смог сям, немного попугали своих оппонентов и пока не решили, куда будет выходить. А вот выход на мидл как-то не задался, да и на бету Денис справляется как нужно. В итоге рис последний. По нему есть информация, заметили его, ну и стягиваться Денис потихонечку начинает. Или нет, просто просматривает КТ. А на точке А почему-то одного релакса оставляет красного. Что ж в спину? Груз идет и будет минус. Все же оформлять. Первый раунд для Апекса есть. Да, начало положено, но вот посмотрим, что будет дальше. Денег нету особого офсет, Потенциальный даже второй раунд за командой Apex. Выход на временную ничью, Ну а там дальше уже будет вся основная развязка. Ну вот э, пик. На текущий Best of 3 у нас получается Dust, uh, Inferno Mirage, если не ошибаюсь, последовательность приблизительно такая. Да, ну и, да. в принципе, очень интересные карты. Вообще не сказать то, что предсказуемый пик по факту. Да, мы ожидали немного другого. Вот uh, Dust 2 — это сильная карта, в принципе, у обоих коллективов, там, по 56% и у тех, и у других. И здесь должна быть, ну, просто не на жизнь, а насмерть борьба. И мы видим с самого начала, что интересные раунды показывают, дерутся. И, ну, понятное дело, такие опытные. Есть игроки в коллективах. Здесь какой-то простой игры точно не получится. Релакса. Ай-яй-яй-яй. Не пошла у него абсолютно стрельба. Грузы также отгоняют. И похоже, бомба-то будет установлена. Да, бомба ставится под шорт. С маком великолепно пользуется у нас рейс. Ну и теперь время работает на атаку. Что ж, будем смотреть за выбиванием. В любом случае оно будет произведено, но слишком жесткое такое укрепление на шарту в исполнении атаки и трудно на самом деле будет вскрывать, в общем-то, позицию базы А. Снапи из-под пунта, в принципе, контролирует Сити, но также должен будет подключаться. Снапи забирает первого, второго, Круз правда на размене, но есть подключение от Нопежа и все, и выбивание не получилось при условии даже наличия девайсов, при условии отсутствия практически арморов у оффсет, все равно получилось, в общем-то, защитить эту бомбу, и получилось, в общем-то, забрать третий раунд себе. Кто бы мог подумать, то, что офсет возьмут вот такой вот экономический раунд. Да, получилось все-таки. Ну, вот там была ошибка от релакса. Не пошла у него стрельба, выпустил он этот шорт и ну, вот, сделал он 1-2 минуса. Там, глядишь, и больше все-таки против пистолетов отыгрывал. Все могло развиваться абсолютно иначе. Что ж, 1-3, и это экономический раунд от защиты вынуждены. это меры, не просто им захотелось по 2000, там плюс-минус у игроков. И стак точки Б. Три опорника здесь будут находиться. Ну, интересное решение, почему бы и нет, но вот сработает ли оно, пока не ясно. Ведь офсет находится просто на центре карты, и не похоже, что намерено они на Б-базу управляться. Да из раунда в раунд выходили все-таки на а плент и немного непонятно действительно со стороны Апек все-таки, почему было укрепление именно Б-сайда. Но здесь видим то, что по таймингам начинается перетяжка. Понимают сейчас потихоньку защиту то, что навряд ли это выход как раз-таки под Б-точку. Э -э ретируются у нас обороны как раз-таки под позицию А-сайда, но здесь тем временем контакт происходит в верхней темке. Попытался все-таки опорник б базы перестрелять Нопи же, но видим то, что немного не зашло по стрельбе и приходится ему оттягиваться немного назад на шарту, Деннис должен будет его сейчас встречать, но Деннис занимает заведомо выгодную позицию для себя, а у нас готовится сплит базы А. Так, но тут Деннис близко довольно находится, Деннис сбривает а вот Крис и Груз, а, похоже, что справились с выходом через Лонг и с Юспа, Груз отлично действует. И поднимает АК-47. Ой-ой-ой-ой, могут быть проблемы. Могут быть проблемы у офсет. Неужели это ответный пистолетный раунд? Причем, если у офсет в предыдущем были какие-то девайсы, были арморы, то сейчас у Апекс ничего не было. Были голые USP абсолютные шелзы. 1-2 ситуации у релакса есть. АК-47 и не палятся, не открываются игроки. Ай-яй-яй-яй-яй, ошибка от релакса. Остается Фредди Фрог последним. И вот для него теперь тяжелейшая ситуация, конечно. Да, Дигл всего лишь у него есть на руках, на этом как бы и все, ни флешки, ни армора, вообще ничего нету сейчас у последнего живого игрока защиты, Шелзи прекрасно понимает по информации, куда ему нужно смотреть и прекрасно понимает по таймингам, куда нужно обратить свое собственное внимание, ну и что ж, раунд достаточно заслуженно уходит команде офсет, 4-1 пока что ведут. Так, ну что ж. Ну, пока будет бай. У Apex первый, по сути, такой полноценный. Три эмочки, ФАМАС. Раскидка есть. Релакс отыгрывается. ВП будет. Ну и вот будет ли это дуэль снайперская на миду? Как ты думаешь? Ну, я думаю, должна уж однозначно состояться. Здесь, в принципе, хотя. Но вот Фокс пытается найти хоть какой-то пиксель в смоку. Но, видимо, то, что ему вообще даже шансы не дает это сделать. И, ну, без какого-либо энтри весь этот раунд под номером 6 начинается. Нижняя Темка контролируется. Нопеш здесь как раз-таки тут находится. Груз тем временем перестреливает Риза. И вот уже небольшой энтри для защиты. Теперь нужно атаки как-то перетягиваться, менять свою позицию. Обратно на мидл отправляются у нас офсет, э, но ну и будет смещение как раз-таки уже непосредственно от кила. Так, э, на лангу груз находится хоть и красный, но все еще боевая единица и может сделать какие-то минусы, почему нет. И вот, правда, на него три игрока, скорее всего, будут выходить, может он испытывать проблемы, но даже если какой-то один килл найдет, будет уже неплохо. Но тут а, попадает по голове, через текстуру Шелзи. Под флешку Деннис открывается, но рановато, еще никто не успел на лонг выйти. По сути, 4 в 4 ситуация по хп преимущество Апекс имеется. И два игрока в Апланту уже находятся. Денис здесь на шарту Нопеш в перестрелку пытается выиграть Но здесь красным остается Нопеш Нужно ему немного назад оттягиваться Нужно ждать помощи сланга, А тем временем Крис там подключается Два минуса от него уже есть Нопеш также не получается у него открыться В итоге трипл килл для Криза И Денис контрольный выстрел в голову Фокса 4-2 и Апекс все еще продолжают В общем-то набирать для себя серию раундов Теперь будет экономический от офсет Потенциальный даже третий в копилку Апекс может залетать да, почему бы и нет, все-таки сейчас а, пистолеты, да, с арморами, да, с гранатами, но против полноценных девайсов, а, ну тут, ой-ой-ой, ну Фокс находит, находит а, урон по релаксе, хоть и не так много, всего лишь 40 кп релакса теряет, но а, для второго выстрела со скаута это будет достаточно, чтобы забрать релакса. Ну вот а, релакса остается верен своей позиции, продолжает чекать мидл, Тут прилетает Смог на дверь, который позволяет безнаказанно на шорт проходить игрокам офсет. А тут вновь почему-то никого абсолютно нету на А-пленту. Именно внутри плента только вдвоем будут сланга действовать. И хаешка, кстати, не самая удачная залетает. Что ж, 5 в 5 выбивание от Апекс. Бомба установлена, и теперь время действительно работает на офсет. Что ж, Фокс здесь со скаутом прочекивает лонг, но сопротивление особо здесь не встречает. В итоге проседает немного по здоровью Снайпи Но здесь все-таки в меду есть перестрелка, есть минуса, но минуса эти пока летят в сторону атаки. Снайпи открытие на шорт, также попытки перестрелять Денису. У него это получается сделать, подбирает в руки Эмку, но все-таки Фредди Фрок на размене. Правда, остается ситуация 1 в 3, понимая то, что ловить ему там нечего на Апленте. Будет засейвлена снайперская винтовка и будет пятый взятый раунд команды Offset Esports. Ну вот, уж очень какая-то уверенная от них игра за атаку. И пока что они вот такую вот доминанту показывают в своем исполнении. Да, да, казалось, тут вообще Apex должны закрывать. Что, что может пойти не так? И вновь вот это как будто Ахиллесова пита коллектива Апекс. Этот шорт, который раз за разом не получается у них закрыть. И офсет этим пользуются. На... Тут еще и смок неудачно залетает. Попадает из-за этого смока по релаксе. Надо как-то более уверенно что ли шорт держать. Стараться надежнее стоять эту позицию, ну или если вы намерены отпускать шорт, тогда демонстрировать успешное выбивание слонга, а каждый раз не получается этого сделать. Да, действительно. Ну вот смотрим за восьмым раундом. На этот раз есть укрепление Б-базы, укрепление Медла. Но Лонг полностью отдают команда Апекс. И это зеленый свет, на самом деле, для оффсет. Нужно им проходить как раз таки плангу. Нужно пробовать открывать именно апленд. Но здесь видим то, что судя по всему, начинается перетяжка уже обратно на мидл. И даже, возможно, под Б-базу там есть Люркер в лице Нопижа, и который, в принципе, всю информацию, я так полагаю, слышал. О а перетяжке именно непосредственно на позицию базы А. 58 секунд есть на таймере. Есть время, конечно же, для того, чтобы открыться через туннель. Ну и теперь уже. 5А отыгрывает у нас Apex. Ну, вот посмотрим. Фокс, сможет ли найти здесь какой-нибудь минус. Флешки накидывает в сайт, но это больше как отвлекающий маневр, пока его команда, в общем-то, выходит на позицию базы Б. Бомба будет установлена. Ну и здесь навряд ли можно рассчитывать на выбивание. Но все-таки с пистолетами защита попробует его осуществить. Ну, терять особо нечего. Фредди Фрог только пойдет на сейв, по идее, но ну, вот сейчас а, по нему попадают очень серьезно. До сих пор Фокс находится на т И очень быстро Релакс и груз погибли. Так что шансов на выбивание практически не остается. Но вот Фредди Фрогу надо срочно куда-то уходить. Надо АВП в следующий раунд уносить. Фредди постарается, конечно. Кого-то может быть еще найти какой-то минус, но к его большому везению, его большому счастью, сейчас никто не пошел через мидл и, возможно, его, его отпустят просто безнаказанно. Да, возможно, так оно и произойдет, но пока что Дэнис здесь в темке. Попытка открыться на верхнюю, у него это получается сделать, забирает Нопи же, но калаш не удается засейвить. Авик переносится в следующий раунд, но шестой уходит в копилку офсет. Ну и коэффициенты мы видим на экранах. Пока что 1.49 на офсет, 2.45 на Апекс. Но если верить предсказателям Social ТВ, там все было совершенно наоборот. И там, по-моему, 60 на 40 процентное соотношение было, но уже в пользу команды. Apex. Сейчас мы видим на экранах совершенно другое. Да, и в принципе, 6-2 счет, достаточно уверенный оффсет ведут ну, вот, серию взятых раундов потенциальный выход под позицию базы Б здесь есть два опорника. Один с лесов будет открываться через окно. Второй Фредди Фрог, который, в принципе, в упоре будет принимать т И если сработает нужный тайминг, то можно будет пробовать реализовывать свою М. Да, нужно Апексом включаться срочно, иначе могут быть большие проблемы. Мы напоминаем, что вторая карта Инферно, и там Апекс, конечно, посильнее смотрится, но здесь тоже надо давать бой. Тут Деннис дает бой, дабл Через двери Фредди Фокс забирает еще и Риза, Фокс и Снаппи. В итоге остаются вдвоем Деннис еще из окна. Третий минус оформляет. Напоминает нам о своих былых на заслугах Кватра от Денниса. Просто шикарная приемка от него. Фредди Фрогу там практически даже ничего не понадобилось сделать на машине. Да, очень грамотная работа в паре. Ну и здесь видим то, что третий раунд уходит в копилку команды Apex. Но все еще Оффсет является пока что лидерами на Дасте. Ну, как минимум на первой половине уж точно. Есть у них закуп, есть Авик, есть три калаша, есть Галиль. Все хорошо пока что у Офсета. Единственное, что смог ну ладно, 5 смоков есть, там 4 смока и флешки, но утилите не сказать то, что прям вау. Снапи, открытие здесь на шорт, здесь попытка даже перестрелять своего соперника, но видим то, что под лишь продамажил оппонента, и ситуация уже 4 в 4, открытие дальше будет производиться как раз-таки на зигзаг, но видим то, что опорник с этого шорта уходит немного назад на парапет, Крис в миду будет собирать всю информацию, ну и 4 в 4 немного затяжной раунд нас будет ожидать. Ну вот а услышали как будто меня Apex, понимали тоже, что шорт хромает немножечко, нужно что-то делать. Решили открыться вдвоем, минус нашли, но потеряли снайпера. Это проблема. И сейчас будут 2 плюс 2 просто-напросто отыгрывать. На гусе находится Деннис в этот раз, но своим только невероятным опытом сейчас нужно давить оппонентов. По-другому никак. Спиной направляется груз от флешек, защищаясь на точку А. Так, Деннис находит первого. Деннис можно еще закрывать, но Деннис только лишь вносит много, довольно-таки урона. Флешка от Криза будет открытие. Есть флешка, кстати, очень неплохая. Фредди Фрог остается последним, успевает даже Рица забрать. Но Фокс все же хорош. И это кватра килл от Фокса в данном раунде. Да, великолепная снайперская винтовка со стороны Offset, со стороны Фокса. Ну и здесь видим то, что все-таки пока что все еще сохраняется преимущество за данной командой. Залетает пауза, но вот и посмотрим на первые эмоции. По-моему, нам до этого пока что нам не показывали их, но, судя по всему, каждый из игроков одного и второго коллектива максимально сильно сконцентрирован. И здесь видим то, что, ну, подпотный, как говорится, ведется у нас в данной встрече. Так, ну что ж, счет оставляет желать лучшего для Апексов, конечно. Интересно, вам сейчас показали игрока, ну, где-то на Мансарде играет буквально головой. <свят> Чешет потолок. Но ничего, 3-7, счет рабочий абсолютно. Тем более, бай есть у Апекса. Да, начали не самым лучшим образом, но все-таки... Понятное дело, шансы еще остаются. Шансов много, можно работать. Еще счет абсолютно, абсолютно а, рабочий, по нему ничего не понятно. Итак, ну вот у Денниса, правда, ЦЗшка, у Груса Дигл. Поэтому проблемки все-таки наблюдаются по баю. Но в атаке тоже не самый лучший бай. Два мах десятых галил. Так что, в принципе, плюс-минус все одинаково. Да, действительно. Ну что ж, будем смотреть, будем смотреть за тем, как все-таки будут передвигаться у нас офсет. Отправляются они ближе к позиции базы Б. Как минимум 4 игрока уже готовы выходить в эту точку. Но здесь а, опора должна, конечно же, присутствовать. Но вот так как дальше разыгрывать немного непонятно. Нужны флешки, нужны смоки и нужно под это как-то работать. Пока что без флешек открыться на Б базу особо не удается. Фредди Фрок находится глубоко в пункту. Крис будет в роли хелпующего. Но вот она флешка, которая залетает, отгоняет одного из опорников. Фредди Фрок подключение есть от него. Один минус, но правда дальше дожать не Мог. Крис, подключение от него присутствует также, но уже хелпа стягивается и слишком какой-то длинный этот выход получился со стороны офсет. Снайпи последний, один в 4 правда, перестреливает Денниса, ну а дальше с одним хп, к сожалению, остается не в удел. 4-7 и Апекс, ну, отыграли, но отыграли все-таки по большей мере, наверное, на ошибки соперника, нежели чем своим собственным перевесом как-то передавили оппонента. Ну и слушай, вообще, как мне кажется, на Дасте сейчас многим коллективам гораздо удобнее играть за атаку. Все-таки ты навязываешь свою игру, у тебя, ну, все карты, да, если ты теряешь кого-нибудь одного игрока, вы можете и четвером спокойно ударить в какой-то конкретный плент. В общем, как мне кажется, на Дасте сейчас, ну, 50 на 50 точно по вот соотношению сил сторон, но... В общем, к чему я веду, закомбэтчить, отыграться можно практически с любого счета на Дасте. И тут много подтверждений есть, и вот недавно совсем там Virtus.pro нам доказывали, что все возможно. Поэтому пока Apex довольно неплохо. Играют, да, 7 раундов отдали, но ничего страшного. Пистолетный вновь от Offset, и похоже сейчас выход будет на Middle, там 4 аж игрока сосредоточено. Что ж, э, релакса будет Фокса принимать. И промахивается. Ой-ой-ой, большая ошибка есть. Но Крис на размене спокойно подсейвил своего тиммейта. Релакса через мидл, там через смог простреливает также уже оппонентов. Дэнни справляется на все 100%. Трипл килл он оформляет. Попытка была просочиться все-таки под Б-базу от отвлекающего на А сайде, но здесь видим то, что Apex к этому были готовы. Клоус позиции и приносит результат 5-7, действительно, счет, и все правильно, ты отметил то, что балансная карта, да, достаточно, ну и здесь все будет исключительно зависеть от индивидуальной подготовки каждого игрока. 13 раунд у нас на экранах. Готовятся к розыгрышу. И здесь на глоках все-таки пытаются как-то разыграть офсет. Потенциальный шестой должен будет уходить команде Apex, если, конечно, сейчас не произойдет невероятное. Деннис тем временем на опыте поджимает верхнюю темку, забирает Шелзи. Ну и вот оно небольшое преимущество для защиты. Правда, тем временем устремляются на шорт. У нас игроки атаки. Релакса забирает первого. Моментально дальше тяжко назад. Крис подключение, но всего лишь на один. Минус его хватило. Но, правда, здесь уже есть тиммейт. 6-7 Apex практически уже нагнали своего соперника. Если получится данный раунд себе забрать, без установки бомбы сет в следующем будут делать экономически. Ну, бай на все. Да, да, в любом случае, бай на всю там будет. Все-таки последний раунд. Ну, сейчас постараются, конечно, забрать. Бомбу поставить, это тоже очень важно. Луз бонус все-таки 2900. Довольно приятно. Если бомбу поставить, так вообще будет. Хорошо, там какие маки с раскидкой даже хватит. В общем, смогут еще пободаться. Молик залетает в бокс, отгоняет Фокса. Хаешка полетела довольно неплохая. Нам ее продемонстрировали. Минус 50 хп почти по Снаппи. И Апексы чувствуют себя как будто чуть более уверенно. Вот начали довольно скованно. Что-то не получалось, но вот ближе к завершению, первой половины, они показывают, что они тоже умеют играть. Даст. Они его хорошо знают и хорошо чувствуют. Вот шорт решили укреплять. Теперь не отпускают шорт. Отыгрывают 3 на А, отпускают вообще мидл. Интересное решение. И пока оно работает, в принципе, в да, и пока работает, зачем вообще менять? Релакс здесь попытки принять шорт. И был буст, но все-таки не смог он с ним справиться. Релакс оттягивается немного назад. Заставляет, в общем-то, атаку немного притормозить. Ну и видим то, что начинается оттяжка. Молик закидывается. Может быть, даже модель атаки сейчас перестроится на мидл. Если, конечно же, захотят это сделать офсет. Но укрепление на базе А все еще присутствует. Выход на Аплэнд все-таки будет у нас продолжаться релакса. Попытки с пропета разыграть. Замечает голову, но Рица оставляет лишь красным. Заставляет сместиться назад немного самого себя. Крис тем временем попытка заспрейть. Есть от него минус по снапе. Но дальше из-под пункта очень сложно будет отыгрывать. По нему есть информация. Правда, Крис уже подключается. Фокс минус от него по Кризу. Груз также отлетает. А какой же это уверенный выход. И в итоге остаются вдвоем у нас игроки защиты. Бомба будет установлена. Но офсет невероятным образом переворачивает все в свою пользу. Да, и тут а, релакса будет отыгрывать сланга видит первого, промахивается, на, должен на него Фокс выходить, а, по идее, хотел Фокс сейчас забрать. но вот а, Фредди Фрог забирает Люркера, остается 1 в 2, ситуация непростая, его слышит, он увидел голову Шелзы. понимает, что где-то в находится еще и снайпер, но Фокс открывается и забирает Фредди. Первая половина за офсет, но преимущество будет минимальное, будь то 8-7 или 9-6. Ну а чтобы э, вы себя прекрасно чувствовали, наши зрители, не забывайте, что на сайте LookBet есть отличный промокод BLAST. Вводите его и получайте 100% к бонусу, э, к вашему депозиту, да еще и 35 фриспинов. Отличный бонус э, по баннеру в описании. Переходите и пользуйтесь. Да, ну что ж, 15 раунд у нас на экранах Здесь каким же великолепнейшим фликшотом Отличается релакс в самом начале И также мог бы еще и ловить Шелзи Но дважды такое редко работает В итоге 4 в 4, правда по хп Есть некоторые трудности офсет Не критичные, но они все-таки присутствуют Ну и будет дальше попытка Разыграть все-таки через мидл В исполнении атаки, хотя видим то, что На ранних таймингах ждут Какой-то агрессии террористы Но видим то, что со стороны Апекс Этой агрессии как раз таки не следует, и каждый из, из игроков находится в своей подконтрольной точке, из которой навряд ли захочет выходить. Крис ловит много дэмджа вот этим прострелом через мидл, ну и здесь груз в попытке, наверное, авантюры как-то разыграть э, свою точку на шарту, но все-таки Фокс контролирует пальму, и будет очень трудно ее реализовать. Груз открытия, но Шелзи этот момент контролировал. 3 в 4, ну и здесь, в общем-то, меньшинство для Апекс, хотя есть Фредди Фрог, который забирает первого, Деннис забирает второго, два в 2, ну и вот теперь уже точно 2 в 2, и теперь будет розыгрыш, скорее всего, шарта. Да, но по ХП преимущество обороны все еще остается. Деннис находится на длине, увидел. Увидел оппонентов, успел спесниться уже на рампу. Хаешка пожался Неплохая залетает. Денниса нужно действовать довольно аккуратно, пока тиммейт не подошел. Шелзи красный. Ну и вот тут будет, конечно же, Закрывать. Фредди Фрог оформляет трипл-килл в заключительном раунде первой половины и 7-8. Минимальное преимущество офсета, хотя начиналось все как будто бы даже как разгром от офсетов. Но нет, апексы хорошо себя чувствуют, это видно, они не играют свою игру. Да, не стоит забывать, что оба коллектива невероятно опытные, ну там игроки присутствуют просто мастодонты Counter-Strike. Ну и... Они могут нас удивить, показать просто мастерскую игру, понимание на сумасшедшем уровне, ну вот что, в принципе, нам и демонстрируют сейчас коллективы. Что ж, мы увидели как раз-таки двух братьев, которые отыгрывают за Apex. 7-8 счет очень близкий, совсем непонятно, что будет на второй карте. Это тот случай, когда даже пистолетка нам ну, ничего не скажет абсолютно. Да, единственное но, если офсет сейчас забирают эту пистолетку, там на серию взятых раундов, но ну, опять же таки Apex могут в любой момент все это дело перевернуть, и видели мы прекрасно то, что, что одна команда, что вторая команда, как ты ранее отметил, действительно очень круто готова к Дасту, но та самая карта на пострелять, как говорится, и та самая карта, в которой уже непосредственно будет решать индивидуальная подготовка, наверное, коллектива, нежели чем какие-то тактические действия, но ну, и в любом случае, вот это вот best of three, которые мы сегодня посмотрим, это еще раз напомню, Dust, Inferno и Mirage, но для СНГ игроков считается неким эль классика Для европейского региона я бы не сказал, то что вот эти карты являются классическими, но все же чаще всего команды, в том числе и те же самые карты отыгрывают по факту, но ну, окей, там да, иногда преобладает там какой-нибудь нюк, может быть оверпас очень часто залетает, в общем-то на европейской сцене. Но вот для СНГ зрителей, как минимум для нас с вами, дорогие друзья, это будет максимально приятно вот эта вот песочно-солнечная обстановка, которая происходит у нас на картах. Да и пистолетный раунд начинается. Пистолетный раунд под номером 2. Есть смок, есть две флешки у релакса, вся раскидка на этом парне. И выход на точку Б как будто бы планируется. Хотя посмотрите на Денниса, он просто соло заходит на точку А, пустую абсолютно. И, возможно, сейчас резко тактика команды Apex изменится после этого захода. Но это просто байт от Денниса, очень-очень грамотный. Но есть... Шелзи, который остается все еще на точке Б и мгновенно перетянутся сюда два тиммейта сюда, так что проблемы все еще есть у Апекс, 3 4 ситуация, выход на точку Б, как будто бы состоялся Фредди и Релакса. Братья делают по минусу, ситуация 3 в 3, надо бомбу устанавливать, времени еще довольно много, но сразу же, конечно, ставят, чтобы время уже работало на атаку. Да, попытка выбивания позиции базы Б параллельно с темкой и дверьми, но видим то, что темку контролировал у нас Фредди. Релаксы здесь окно все-таки прочекивает, но опять попытки выхода с но здесь вообще стрельба не залетала со стороны Офсет, это 8-8, это временная ничья, и даже сейчас апексы, наверное, будут выходить вперед все-таки. Бомба была установлена, раунд был взят, финансы появляются, калаши присутствуют, много гранат, скаут также есть в руках у релакса, ну и посмотрим. Посмотрим за реализацией данной данных девайсах. Со стороны офсет, ну, форсбай, но этот форсбай будет максимально трудно реализовать, все-таки слишком уж много гранат, а идет на скауты от защиты. Фокс все-таки в миду реализовывает свой скаут, забирает он релаксу. 4 в 5 ситуация, меньшинство для атаки. Снэппи здесь мог ошибаться все-таки на длине, но, видим, все-таки отпускает его оппоненты 24% здоровья, ну и дальше будет сражаться из-под позиции базы А. Итак, груз уже проседает очень серьезно. И большинство, и преимущество по хп очень серьезное. И тут просто закрывают всех подряд. Крис Остается вдвоем с Фредди. Крис уже забирает двоих. Ну и тут уже шансы побольше появляются. А то казалось, что Апексы могут сейчас развалиться на пустом месте. Угадали офсет и Фредди уже и спину начинает почекивать, и вовремя он это делал, но даже чуть раньше, чем нужно было. Фокс, ну, Фокс э, шикарно отыгрывает, тут ничего не скажешь. Фокс просто великолепен, квадрокилл со скаута, и девятый раунд для Усет. Да, действительно, если бы не Фокс и его скаут, то кто бы знает, чем все могло закончиться, а сейчас придется делать экономический раунд команде Apex. Все-таки не получилось пройти в сайт, не получилось установить бомбу. Да, там выбили два девайса, но, опять же, два девайса на экономическом со стороны офсет. И здесь как бы, ну, какого-то вот нарушения экономики, я думаю, навряд ли присутствовало. Что ж, ну, Нопиш, видим то, что прям максимально сильно рад тому, то, что у него получилось и его команде забрать данный раунд. I don't... Ну и смотрим за 18-м. Пока что по ХП здесь достаточно сильно проседают. Фредди Фрог 16%. Здоровья хаешки, я так полагаю, неплохая залетела у нас под данным игрокам. Крис там 57%. Но ну и тем временем все-таки концентрация террористов под мидом. Будет потенциальный выход через шорт. Пока еще здесь сопротивление, каких-то глубоких, мы не будем наблюдать. Все-таки отыгрывают у нас игроки против пистолетов. И, соответственно, мы все прекрасно понимаем, то, что на клоуз дистанции будет слишком уж опасно как-то вести эту перестрелку. Снапи из-под плента, но здесь будет принимать своих соперников, готовится, в общем-то, выход 4 в 5, но вообще в идеале можно за плент зацепиться в таком положении. Да, почему бы и нет, выходить-то будете в численном преимуществе, но Снапи уже просто-напросто закрывает двоих, находит шикарно две головы, причем второго там даже full Flash, а Снапи еще и третьего, ну и Риц на подмоге вдвоем они Растащили всю команду Apex. 3 кило у Снапи, 2 кило у Рица. В общем, без особых проблем с этим пистолетом справились. А Apex вынуждены еще один экономически делать. Потенциальный выход на 11-8. Но все еще держит преимущество свое. Не отпускают далеко Apex. Ну и начинают потихонечку, потихонечку это преимущество увеличивать. Да, но вот посмотрим, надолго ли все-таки хватит. Офсет все-таки начинали первую половину точно так же. И офсет набрали там серию взятых раундов. Правда, Apex потом смогли реабилитироваться. Самое главное, чтобы если все-таки офсет хотят сейчас побеждать, прямо здесь и сейчас закрывать карту себе м -м, в копилку, то, естественно, нужно будет побороться за дальнейшие взятые раунды. Фокс тем временем находит контакт свой на миду но ну и подключение от Нопи же есть по минусу для каждого из этих игроков. 3 в 5 ситуация. Ну и здесь нужно как-то, наверное, выживать. Все-таки Нопи же нужно перетягиваться немного назад бомба лежит в дверях и эту бомбу я думаю игроки защиты будут контролировать да и вряд ли они ее отсюда отпустят по сути ничего противопоставить игроки apex то и не могут ну как вы тут зайдете в эти двери когда там в два дула смотрят у вас глаки да нопи же уже попали по голове но вот с глока двери простреливать, там какой урон? 1 хп, 2 хп, какой урон а, с прострелов с глока? Но тут Фокс просто-напросто разбирается с Юспа, его все никак не могут забрать, он уже, наверное, хочет сменить девайс на АВП, но не покупает, не меняет свой скаут. Вот только сейчас все-таки решился, 20 на 10 Фокс отыгрывает и квадрокилл в предыдущем раунде оформил. Да, ну что ж, вот они первые девайсы, которые появляются у Apex, калаши присутствуют, есть авик, все достаточно хорошо, опять же таки у террористов, ну и вот посмотрим за исходом раундом под номером 20. Отправляется у нас атака параллельно как на Б, так и на А, есть два игрока под коробкой, есть два игрока в Т-шке, ну и здесь пытались все-таки офсет угадать, как-то был стак 4А у нас в исполнении защиты, но видим то, что начинается моментально быстрая же перетяжка. Поняли то, что лонг никто не собирается выходить на ранних таймингах. Ну и будем ждать более или менее медленно. Такой кс в исполнении, офс... в исполнении Apex. Будут они искать какого-то контакта, будут они искать какого-то минуса. Ну и самое главное, важного тайминга, под который можно будет попробовать открыться. Ну вот сейчас а, груз вместе с кризом на шорт идут, и хаешка залетает просто замечательно. На минус 55 по грузу, минус 20 по кризу. И суммарный демедж, конечно, неплохой. С этой хае Денис, между прочим, нашел минус по опорнику точки А. Ой, точки Б, прошу прощения. Сейчас бы на Б пойти, посмотрите, никого нету на Б базе. И в помине Нопиш единственный находится на миду, но не более того, и пройти одного топорника можно, а идут на укрепленную точку. А почему-то решили Апекс, что а, будет а, какая-то перетяжка, что будут укреплять Б-плен. Но тут снапи уже очень агрессивную позицию занимают вблизи, и на перезарядки на релоуде ловит его. Рис та же погибает. Шелзе отправляется туда же и вскрывается. Этот укрепленный плент, очень и очень просто, как будто бы. Ну, и вот они, тайминги, о которых я говорил на перезарядке, где-то под флешку вот эти вот врывы, которые действительно нужны были сейчас команде Apex. В итоге Нопиш остается последним с авиком на руках, но здесь он однозначно будет сейвить эту снайперскую винтовку. Не пойдет он на выбивание. Было бы очень странно, если бы один в четыре он отправился сейчас при, по, при условии наличия позиции Б-базы. но ну и здесь все пока что идет к тому, то, что Апексы будут потихоньку набирать серию. Единственное, что то осталось им, наверное, сломать экономику оппонента там 5300-5800. Ну, как минимум, на один закуп у офсет сейчас будет. И если Apex э -э Контрзакуп своего соперника забирают, то там уже можно выходить даже на временную ничью. Ну и пытаться уже вывести все в свою пользу. Посмотрим, получится ли. Но вот бомба взрывается, и девятый раунд уходит в копилку атаки. Да, и сейчас будет полноценный оружейный от обоих коллективов мы видим в атаке 4 клаша будет и АВП от релаксы в защите авику фокса остается 2 ауга 2 кольта раскидки тьма просто очень очень много все необходимо имеется и диффьюз киты есть все хорошо в общем у офсет сейчас по баю да и деньги там остаются у четырех игроков хотя луз бонус по моему не минимальный, второй, но на бай, может быть, даже на какой-то хватит, на 2К точно. А тем временем Грусо очень агрессивно действует на точке Б. Да, нашел энтри, но вот пошел дальше, и Нопиш его за это закрывает сразу же. Бомба а, направляться будет в нижнюю темку. Денис не торопится, но вот тиммейты Дениса уже заняли лонг, и также Фредди вот стоит, прикрывает мид, чтобы, не дай бог, никому в спину, не зашли коварный офсет. Да, но ну, здесь вот Снапи может поймать для себя очень удачный тайминг для того, чтобы прочекать Т-сайт. Видим то, что находится он сейчас в дверях. И неужели не... отворачивается, и Деннис выживает, и Деннис переходит дальше. Не палит то, что бомба начала свое смещение, скидывает ее как раз -таки для Фредди. Фредди будет ее подбирать, переносить дальше, уже ближе к тиммейтам под позицию базы А, под лонг. Ну вот, Атака уже должна будет сейчас начинаться. Правда, есть Фокс с Савиком на А-базе. Забирает он релаксу. Готов, в принципе, дальше будет встречать позицию длины. Падает Крис. Ну и все. Выход на лонг не удался. Нужно перетягиваться под Б-точку. И от Денниса сейчас очень многое зависит. Если он вскрывает нопи же, можно мчаться на позицию базы Б и укрепляться как раз-таки там. Но под таймингом. Неужели Фредди Фрок не успевает? Должен, должен успевать. Успевает. Надо смог дать э, в темку. Потому что сейчас очень быстро будут открываться. Деннис услышит прекрасно. Под флешку открывается. И дворова надо было закрывать. Деннис очень классно отыгрывал. Фредди остается один против двух оппонентов. Закрывает первого. Но не ждет Фокса с Темки. Почему-то Фокс просто будет открываться. Делать минус. Успевает Фредди перевестись. Но чуть-чуть не дожал. 15 хп Фокс. И раунд. Потащил 12-9. Ой, какой же напряженный был раунд прямо сейчас. Да, и до конца не было понятно, кто вообще может оказаться здесь победителем, но вот все-таки, видим, смогли офсет дожать и смогли, в общем-то, переломить обратно, точнее, забрать вот этот вот контроль карты, контроль раунда, в общем-то, себе в копилку. Ну вот, видим, мы вот эти вот минуса, которые были под завершение Фредди Фрог, пытался максимум выжить, но... Действительно, капельку везения, наверное, не хватило, чтобы перестрелять Фокса. И здесь уже все достаточно неплохо выглядит для защиты. Нужно Апексом что-то с этим делать. Не стоит, наверное, тянуть. Как-то побыстрее, может быть, себя вести на карте. Но в любом случае посмотрим. Команды предпримут уж однозначно правильное решение. Но самое главное, какое? Так. Фокс а... Отыгрывает вновь мидл. Не заметил за огнем сейчас противника. А вот по релаксе попадает. Как же Фокс хороший своим АВП. Просто невероятно. Он попадает, по-моему, все вообще, все, что возможно, и невозможно. Если шанс какой-то выстрелить есть, он попадает в цель из рук этого португальца. Что ж, тяжеловато. Апексом приходится. Просто потому что, ну, даст. Карта с большими расстояниями, и снайперская винтовка здесь а, вносит очень много импакта, а когда она в руках такого профессионала, то тут а, очень тяжело действовать. Нужно как-то а, отдельные стратегии под нейтрализацию Фокса придумывать, потому что он много палок в колеса вставляет Апексом. Да, действительно. Ну и что ж, ладно, решили просто избежать эту снайперскую винтовку. Поняли то, что авик стоит на меду, значит, будем просто-напросто обходить Фокса. Попробуем выйти под позицию Б базы через туннель. Но здесь есть не менее опасный Шелзи, который, в принципе, с Аугом готов будет принимать. Прячется пока что в нычке, но Кроссфайром, таким вот вместе с Нопежем Готовы, они будут встречать. Есть перемещение, и есть минуса, есть фраги, есть раунд для команды оффсет. Уверенная игра на кроссфайер. Ну и, в общем-то, 13-й уходит в копилку защиты. Что по деньгам у нас у террористов? Вот в чем вопрос. А денег все особо грустно. нету. Да. да, все очень грустно. И, похоже, оффсет а, могут сейчас дожимать, могут брать. Dust 2. И выходить уже на Инферно, которому им придется очень нелегко. И что касается Инферно, это одна из лучших, если не лучшая, это лучшая карта Апекс. Но об этом чуть позже. Нопиш пока агрессию проявляет на Миду. Забрал первого, но на размене груз с нижней темки. Отыгрывал с авиком Фокс. Пытается на меду кого-то найти. тут эх, сильно довольно получает в лицо. Но тут груз может просто хаешку закинуть, взорвать снайпера оппонентов. Опять по Фоксу попадает, но тут э, ему, конечно, страшно становится. Все-таки 16 хп. И тут э, могут быть проблемы, если заберут снайпера. Да, и понимает это прекрасно. Фокс начинает свою перетяжку. Шелзи в очередной раз попытки приема позиции базы Б замечает плечо. Релаксы. Также забирает игрусы. Хоронит Фредди. Ну, знаешь, по одному как-то выходили через верхнюю тэшку у нас представители Апекса. И здесь видим то, что. Все-таки, все-таки раунд не удается им забрать, даже бомбу не удается поставить. Но за счет экономического раунда смогли себе подкопить какие-никакие финансы. у ну, стрик у них присутствует, ус-бонус есть. Ну и здесь, в общем-то, будем смотреть за следующим а раундом. Пока что залетает пауза и действительно командам нужно обсудить. А, если... Офсет нужно сейчас просто выдохнуть и морально вот так вот подойти к следующим оставшимся, довести все до логического завершения, то команде Apex нужно сейчас вот какие-то тактические решения принять, из-за которых все-таки не получается за вторую половину ну, вот, реализовать большее количество раундов. Да, и хотелось бы напомнить нашим зрителям еще разочек, что на сайте Ludbet. Есть отличный промокод BLAST, по которому вы получаете 100% к вашему депозиту, а еще и 35 фриспинов. Отличная возможность увеличить свои, свою финансовую составляющую. Просто переходите по баннеру по трансляции и пользуйтесь промокодом, напоминаю, BLAST. Раунд под номером 24 на ваших экранах, дамы и господа, есть девайсы и у тех, и у других, правда, в атаке не хватает АВП, но раскидки довольно-таки много, так что можно попробовать какие-то быстрые раунды разыграть, почему нет. Ну вот пока что на первых таймингах особо быстро-то и не торопится разыгрывать у нас Apex. Видим то, что присутствует контроль шарта, есть контроль медла, но ну, как бы на этом и все. Ну, отталкиваться нужно от чего-то, от какой-то информации, но вот, к сожалению, информацию пока что не могут собрать у нас э, представители атаки, есть лишь какие-то вот такие вот хаешки, которые залетают, но по большей мере, ну да, хаешка по шарту залетела, а дальше -то что? Немного непонятно, сколько опорников на а базе, нужно, нужна какая-то авантюра, не знаю, вот таким вот дефолтным КСом за террористов, к сожалению, наверное, команду офсет не удивить, и сейчас, в принципе, офсет готов к любому муву, например, вот Снэппи уже заходит в смог, от флешку в риф, но все-таки релакса на таком вот full blind э, при фаре все-таки забирает снэппи. Небольшое преимущество сейчас присутствует как раз-таки для команды Apex, и этим нужно пользоваться, но 38 секунд в таймере, и все еще стоят у нас террористы на шарту. Так, прилетает молик, и Крис проходит в этот молик, выживает, 26 хп у него остается, сделал он милус, это очень-очень важно, но тут еще Риц, Риц открывается не очень аккуратно, не ждал груз уже в этой позиции, Нопеш возвращается на КТ, и выглядит это как 10-й раунд для Апекс, очень классно, они действовали, что ж, шведы, молодцы, молодцы, и вот сейчас показывают раунд такой, как нужен. Вот до этого как-то у них не задалось, не получалось, но пеш находит загулявшего грузом, ну и его должны отсюда, по сути, выкуривать. Да, информация по Нобиже присутствует. Ну, вот пытаются его максимум отогнать. И это получается сделать. Релаксы. Контрольный выстрел в голову. Забирает Нопижа. И десятый раунд в пользу копил. А, в пользу команды Apex, конечно же. Но вот девайсы появляются. Калаши есть. 5 АК 47 без авика. Пока что отыгрывает у нас Apex. Но знаешь, вот э, были попытки реализовать что скаут, что авик. К сожалению, затеров у Apex как-то это не получается сделать. Ну, вот э, релакс, если не ошибаюсь, отыгрывает с авиком, да. но ну, немного-немного у него не летело с этим девайсом. Ну слушай, когда против тебя Фокс, тяжело сделать кому-либо что-то, потому что он отыгрывает очень серьезно, ну вот сейчас Апекс угадывает, либо не угадывает офсет тут как хотите, стахнули точку А, стахнули лонг офсет но это был выход на точку Б и... По идее, могут просто на сейф уйти все игроки офсет, в следующий раунд унести а, свои арморы, свои пистолеты. Выглядело бы это довольно логично, а, но выбивание попробовать тоже можно. Почему нет? А, выбить девайсы из противников все-таки как-то экономику подпортить. Ну и вот Фокс вновь перестреливает своего визави, хоть и релакса был с калашом в этот раз. 2 в 4 и... Вот Нопишу бы унести какой-нибудь девайсик там на миду, но вряд ли его, конечно, подпустят к АК-47, которые валяются на земле, там у Релакса выронил. Нопиш просто на сейф Дигла будет направляться. Ну, есть как минимум смок и флешка, это тоже приятно в любом случае в следующий раунд перенести. Ну и посмотрим за исходом 26-го. Деньги на закуп появляются. У защиты есть Ауги, есть Эмки, есть Авик, в том числе у Фокса. Ну и вот очередная, наверное, снайперская дуэль нас будет ожидать на меду. Релакса против Фокса. Ну и поехали. 26-й пошел. Шелзи здесь отправляется уже под позицию Б-базы. Готов, в принципе, встречать на ранних таймингах своего оппонента. Фокс уже на длине, кстати, находится. Видимо, наверное, попытка от какой-то наработки разыграть. Может быть, там праки, КВшки играли попытка, наверное, была угадать и отправить снайпер на лонг, но пока что эту винтовку не получается реализовать. Рис здесь будет принимать сейчас попытка на префаре разыграть, но Крис его забирает. Снэппи нужно срочным образом оттягиваться обратно на сити, не стоит ему сейчас умирать. Открытие через парапет нас будет ожидать. Фокс тем временем с длины, но его прогоняет флешками и заставляет просто-напросто сместиться в более закрытую позицию. Бомбы нужно устанавливать. Ситуация 4 в 5. Меньшинство для офсет и, судя по всему, это Сейф 4 девайсов. Да, похоже на то, не собираются офсет идти на выбивание. Я понимаю, что денег у них нет. В случае поражения, если они не унесут ни одного девайса, это будет 14.12. Потенциальный выход на 14.13, а это уже опасно. Map point у вас нет вы не застрахованы, еще вот поражение в основное время. Был бы 15-й, можно было бы рискнуть, хотя бы на допы бы выходили. Но сейчас нужно играть все еще сосредоточенно, все, все еще на все 100%. Все-таки против вас очень серьезные ребята, которые могут закамбечить. как мне кажется, ну, в такой ситуации с любого счета. Тем более 14-12, всего два раунда они возьмут подряд, и вот у вас уже временная ничья. Возьмут 4, и вы проиграли. Так что нужно, нужно не торопиться и спокойно, спокойно отыгрывать, думая о последствиях. Да, держать ушки во и действительно можно упустить вот это вот преимущество, которое вы набрали заранее. Ну что, тренер, видимо, то, что достаточно сильно так переживает за свою команду, выискает, если не ошибаюсь, тренера как раз-таки Апекс может быть, меня память изменяет, но не суть. В любом случае, действительно, нервы сейчас на пределе, и каждый игрок, каждый, наверное, тренер, каждый болельщик команды, который, в принципе, переживает что за один, что за другой коллектив, я думаю, точно такое же мнение Остается в любом случае до конца непонятно, кто может забрать эту карту. Не до конца понятно, кто вообще может оказаться здесь лидером, потому что сейчас по факту уже Apex набирают серию из двух взятых э -э, раундов, и где два там и а три. Релакса вот таким вот прострелом находят нопе же. Казалось бы, не дефолт, но все-таки 47% здоровья остается. Да, на неплохая реализация. АВП мстит Фоксу, который также простреливал там практически в каждом раунде буквально апексов, отыгрывая за атаку. Ну и раунд, да, начинается с потери хп, половины хп Нопиша, 2-1-2, стандартная абсолютно расстановка у коллектива, нет, прошу прощения, прошу прощения, 1-1-3, но она довольно тоже стандартная сейчас, в последнее время отыгрывают именно укрепленную точку А, одного игрока оставляют на миду, Основного на базе Б. И сейчас э, как-то проще стало так отыгрывать, когда двери поменяли. Игрок с меда может быстро, если что, перетянуться помочь. Ему даже не нужно уходить с меда, он просто через двери начинает простреливать. Ну а тем временем э, Apex сосредоточились под Б-базой, а офсет уже занимали потихонечку. Мидл. Но ну, вот мы видим, что Нопиш решил второго опорника. Б-базы сыграть. Да, перетяжка под лонг нас будет ожидать. Как минимум три игрока готовы встречать данную точку со стороны офсет. Фокс будет работать, в принципе, с авиком. И на бумаге выглядит э, достаточно, ну, вот такая вот нормальная, грамотная, спокойная приемка. Но посмотрим, что будет на деле. Риза здесь загоняют все-таки в яму, отграничивает, в общем-то, ему максимально обзор молотовым. Риз в итоге врывается. и Есть от минуса, и эти минуса летят со стороны офсет. Вдвоем остаются у нас представители Апекс. Нужно оттягиваться немного назад, нужно перетягиваться как раз таки уже на шорт пробовать разыгрывать как раз таки эту точку Но 2 в 5, к сожалению, такое будет максимально трудно реализовать Но никто не говорит то, что невозможно На мидл, в итоге отправляются у нас террористы Будет выход потенциальный под позицию базы Б 10 секунд на таймере Нужно срочным образом как-то открывать именно этот Б сайт Релаксы забирает первого Дэнни, забирает второго И есть Шелзи, все-таки последний опорник на Б точке Который справляется с двумя своими соперниками 15-12, офсет имеет маппоинт у себя за плечами, но здесь всего лишь три раунда разницы между двумя коллективами, и Apex в очередной раз мы готовы повториться то, что могут вернуться в любой момент. Ну здесь практически получилось, да, было невероятно сложно Apex, но зашли. Сделали энтри на B ну, в данной ситуации, потом а, отлично спину просматривал один из игроков, сделал минус еще один. И в этот момент показалось, что ну все, сейчас могут переворачивать, оставаться 2 в 2, ставить бомбу, но времени было слишком мало. Буквально еще бы 10-15 секунд было бы гораздо проще. Но, увы и ах, сами себя в такую ситуацию Апекс загнали. Ну вот сейчас еще и Снэппи поджимает. Шорт, ой-ой-ой, как может быть опасно Снэппи. Его законтролили очень жестко. Крис делает минус. 4 в 5. Ой-ой-ой, Рид тоже пошел вслед за своим тиммейтом в агрессию сыграть. Похоже, оффсет хотят побыстрее закончить. Нопи же, кстати, Денис чекал, но почему-то не перестрелял. Как же агрессивно офсет сейчас действует на миду. Ты просто посмотри, запушили шорт, потом запушили нижнюю, еще шорт вдвоем. И на миду еще был игрок. Просто невероятная какая-то игра от офсет. От контрольной информации пытаются разыгрывать офсеты. В принципе, это правильное решение, но за защиту действительно такой агрессии очень редко можно наблюдать. Ну и видим то, что команда офсет этим прекрасно Пользуется. Фредди Фрок здесь просочился все-таки на позицию А-базы, забирает он Фокса, и вот уже ситуация 3 в 3. Не сказать то, что достаточно перспективная для защиты, но выбивать такое вообще возможно. Шелзи здесь Сити, пытается хоть какую-то голову найти, но пока что, к сожалению, неудачно. Хаешка также не залетает, Шелзи, открытие под флешку, великолепная работа, забирает он Релаксу. Фредди Фрок работает на размене забирает Ридза, но правда падает у нас последний игрок атаки. 16-12 итоговый счет карты даст 2 ну и здесь, в общем-то, достаточно уверенная игра со стороны Offset. Замечательная игра от Offset. Они вели на первой половине, немножко расслабились. И их догнали, но вот на второй половине догнать Апексы своих противников не успели. Что ж, это 16-12 на Дасте. Второй картой будет Де Инферно. На Инферно, конечно, шансы у Apex гораздо-гораздо выше. Третья карта Де Мираж, на которой вообще непонятно, что будет. Это худшая карта у Apex и худшая карта у Offset. интересно, как так напикали ребята. Пытались, видимо, вот, сильные карты убрать оппонентов и выбрать именно Какую-то такую нейтральную. Так что, ну вот после этого результата, кажется мне, что будет э, три карты все-таки. Но узнаем совсем скоро небольшая пауза, и мы возвращаемся на карту Дэнфир. Всем привет! Бузончик неплохой. thank mm -hmm. you